каково это было жить в СССР? Для простого люда неплохо. Хорошо. Родился в нем, отлично жилось. То есть лучше, чем сейчас? Да, я закончил бесплатное образование, обучение. Работа всегда, пожалуйста. Даже нету таких отказов, что, допустим, не возьмем, не примем. Ну, было все доступно. Зарплаты, состояние, эгалите, почти равенство. Мне жилось шикарно. Я занимался спортом бесплатно, я учился бесплатно, я лечился бесплатно. И меня все устраивало. Мне было хорошо. Даже я сама занималась спортом, я не хочу сказать, я не была там великим. Но то, что мне нравилось, я занималась везде. И в «Динамо», в трудовых резервах. Все секции, все дети в школах ходили. Школа у нас – это дом родной. Вот сейчас я не знаю, конечно, как у всех, но мы, все наши одноклассники, мы встречаемся как одна семья. Уверена, в завтрашнем дне. И главная гордость за жизнь прекрасной страны. Как думаете, что стало лучше после распада СССР? Ну, лучше, конечно, доступность, вояж, путешествия. Ну, вот это. Ну, технологии убирают, потому что они растут, да, постоянно. Вот. А если не считаю технологий, ну, наверное, ничего. Может быть, медицина хотя бы? Сыну 15 лет, семью 145 тысяч долларов. Чем эта медицина может быть лучше? Может быть, там у вас ушло бы миллион. Там бы его вылечили. Что сейчас лучше, чем в СССР? Что свобода, можно за границу ездить, покупать товары, смартфоны обалденные. Ну, конечно, лучше что? Город растет, города растут. Но плохо, что нет работы у молодежи. И все то, что тоже учиться, не могут... Бесплатно. Да, бесплатно. Самое главное, что бесплатно. Это не у всех же родители деньги там мешками, миллионами ставят, правильно? Yo guys, hate to brag, but I have USSR jersey, you know what I'm saying? But anyway, what I want to say is, I'm not the one to make videos about Russian people. And actually, we make about Slovenian people too, and other people coming soon, but there is a channel called Zakulisye, they have a Russian name, but they put English subtitles, you know what I'm saying? They make interviews with young people, they tell about different nationalities, different cultures. Hey, link will be in the description, you know what I'm saying? А какое самое приятное воспоминание с СССР? Ну, студенческие годы. Все это было бесплатно, все это было весело, это было вообще чудесно. А заставляли, может, вас ездить собирать картошку в студенческие годы? Нет, с удовольствием ездили. Я на юге училась, мы собирали помидоры, виноград. Это было за удовольствие. Грязные руки мыли виноградом. И вот это было. Здоровье было лучше, молодой был. Не сына. Было лучше. Спорт был доступнее. Ну да, товары это все это было хуже. Было веселее. Ребята, было веселее. Была всеобщая цена везде, в любом конце страны. Было лечение как-то по-другому. Не было столько просьб о помощи там больных разных, все такое. А что стало хуже? Мало общения, мало добропорядочности, сердечности. Понимаете, если мы раньше на дачах закрывали просто так дверь, просто, это сказать, что на и замок вешали, что нас нет дома. А сейчас и сигнализация, и что хотите, понимаете? Многодетная семья, вот я и выплачиваю ипотеку. А советские годы мне удали ее бесплатно. Что было хуже? Ну, не могли достать то, что хотели, одевать то, что хотели, там. Ну, то, что раньше мы не могли ничего купить. У нас деньги были, а не могли ничего купить. Сейчас денег нету, а все есть. Вот только за это. Ну, не хватало джинсов, магнитофонов, видеокассет. Социальное обеспечение хватало. Но сейчас у вас есть джинсы, я вижу. Да, только они сейчас не нужны, я бы лучше бы пошел назад туда. Хотели бы вот просто взять, вернуться сейчас в советские годы? С
удовольствием. Мы жили без химии, без мобильных, не было ничего. Было общение, понимаете? Дворовые игры, дворовые гулянки. Ну вот это все, понимаете, вот это. Вот чего не хватает сейчас. А хотели бы вернуться в Советский Союз прямо сейчас? Хотя и мне сейчас неплохо живется, да, потому что пенсия, конечно, маловато пенсии, но если больше, но раньше было пенсии больше получали, поэтому... Знаете, я думаю, я своему сыну пообещал, что мы вернем время, которое мое поколение просрало. Как он это получится у вас? Буду стараться. А могли бы вы, вот, живя в СССР, стать вообще кем угодно? Вот захотели бы стать президентом? Запросто. Да, то есть все возможности были? Все тоже. Возможности были, да. Было бы только желание, понимаете, желание, хотение. Ну, тогда так. Закончил что-то, вуз, там, техникум и так далее. Тебя распределили, не распределили, ты пошел на работу, ты адаптировался к этой системе, к той, ну, и так далее. Студентов гарантия была. Учится человек, ну, пожалуйста, ну, 3 года надо отработать там, где распределили. Потом уже куда хочешь, туда едешь. Ребят, я человек 80-70-х годов. Меня сегодняшняя ситуация не устраивает. Да, я немножко пьян сегодня, потому что не хочу видеть то, что сегодня творится. Все, а что сегодня творится? Можно сказать в двух словах? Бардак.